Что такое цирк? Взрослые скажут, что это один из видов зрелищного искусства, по законам которого строится развлекательное представление. На самом деле для каждого это сказочный мир, который чудесным образом возвращает взрослых в беззаботное детство и дает возможность почувствовать себя ровесниками своих детей и внуков. Программа «Цирк. Легенда» растопил сердца и взрослых, и юных. Понравились медведи больше всего, как они на велосипедах ездили. Еще понравились собаки, как они прыгали через друг друга. Вообще запоминающееся представление всегда буду помнить. И хожу очень часто в цирк. Это классное представление было, мне оно очень понравилось. Весело, мы даже не ожидали, что так. Мы давно в цирк не были. Очень понравилось. Что больше всего впечатлило? Клоуны. Клоуны? Да. А вас? А мне собачки. Понравились нам, и медведь нам понравились, и жонглёр нам понравился. Тебе понравилось? Понравилось. Что больше всего понравилось? Ну, как там с бобрами выступали. Тоже понравилось, хорошо, интересно, необычно. Что и больше всего? Бобры необычно, ни разу бобров в цирке не видели. И гимнаст вот последний тоже были очень красивые. Очень интересно. Особенно понравились, наверное, медведи. Из соседнего города, то есть приезжаем, да. У нас решили, что сегодня нужно съездить, за тем более день рождения, как раз все к одному. Ну да, все к одному. Да. Мише понравились? Да. Мише понравились. Хорошие акробаты, очень захватывающе было. Понравились очень бобры. Да, с животными номера хорошие были. С медведями очень хорошо. Вот. Да, бобры, блин, очень хорошо. Очаровательные медведи выполняли различные трюки, разгадывали головоломки, танцевали ламбаду и прыгали на батуте. Обаятельные задорные пудели, невероятной красоты попугаи. А между номерами виртуозный жонглер, воздушная гимнастика на качелях, акробаты, выполняющие головокружительные сальто. Признаться, дух захватывало даже у опытных журналистов. Особенный шарм программе добавил искрометный юмор клоунады. При этом артисты активно взаимодействовали. Действовали с залом. Мне понравилось там, где собака там утащила сосиску. Бобы смешно ходи. Собаки выполняют команды смешные. Что больше всего понравилось? Мне медведи. Да? Понравилось. А что сильнее всего понравилось? Медведи. Ну, все, в принципе. А маме что понравилось? А маме понравился жонглер. Виртуоз просто. Нам очень понравилось. Нам особенно те, кто понравился. Не акробаты, но те, которые прыгали. Да, акробаты, которые много было. А мне понравились бобры. Мы после ремонта первый раз. Мы вообще из другого города, из Жуковского, Московской области. Во втором отделении зрители увидели великолепную постановку Тамерлана Нугзарова. Всадники исполнили эффектные упражнения с шашкой и сложные акробатические прыжки, демонстрируя виртуозное управление дрессированными конями. Увидеть своими глазами фееричный спектакль могут жители и гости Рязани. Телефон кассы цирка 256-403.